Приветствую, друзья! Мы продолжаем проходить карьеру нашего футболиста. Сезон эры почти закончен этого футболиста. Но, тем не менее, пока это есть, и мы, так сказать, пока заканчиваем этот сезон, а пока Electronic Arts нам готовит новый 16-й сезон, у нас встреча с Депортиво будет, и второй матч у нас будет Лига Чемпионов, это будет Шальке 0-4, групповой этап Лига Чемпионов, будет интересно, выживет ли Реал Мадрид. Давайте посмотрим таблицу. Таблица выглядит вот таким вот образом: Испаньол на первом месте, 15 очков, Атлетико Мадрид занимает вторую позицию, 13, Реал Сосьедад 12, Барселона 12, Севилья 11. Посмотрите, на каком месте Реал Мадрид. Это 7-я позиция в лиге. И посмотрите дублирующий состав Барселоны на 12-й позиции. Выживет ли Реал Мадрид? Вырвется хотя бы в лучшие позиции? Все покажет время. Реал Мадрид, не занимая таких мест, с каждой серией становится все сложнее играть. Составы, которые вы писали, покажи состав. Я показывал буквально пару серий назад. Смотрите, какие показатели имеют футболисты. Итак, пробежимся по вратарям. Пробегаясь быстро, кого не запоминайте, ставьте на паузу. Недавно перешел к нам молодой вратарь Райан какой-то, с общим 73, за 15, как видите, его лимонов купили. Вот такой вот состав сейчас на сегодняшний день вратарей. Защитники, бежим по защитникам, смотрим показатели. Да, есть и вот такие показатели, но этот парень заканчивает уже карьеру, ему 36. Ну и бежим дальше. Видите показатели. Обращаем внимание на показатели. Показатели у Реала ужасные. Многие заканчивают на этом сезоне. Не только мы заканчиваем нашу карьеру, а, как видите, многие заканчивают свою карьеру и уже не стоит таких больших денег. Смотрите, обязательно смотрите. Но вот Бейл просто упал. Да и не только Бейл, многие футболисты. Реал просто в ужаснейшем состоянии, просто в очень-очень ужаснейшем состоянии. Ну тут главный вопрос только, выдержит ли Реал высоких позиций, выдержит. Видим, очень маленький состав у Реал Мадрида, очень маленький, ребят, состав. И выдержит ли Реал того же темпа, как это было пару сезонов назад. Если вы не смотрели, обязательно зайдите в плейлисты, посмотрите. Реал всегда шел за Барселоной, но вот видите, сезоны за сезоном отхватывали и теряли. Посмотрим. Поехали на... Бунос ночес, друзья. Депортиво нас встречает на ихнем поле. Посмотрите на такой довольно приличный стадион. Играем вечером. 17-я позиция, Реал 7-я, 11 очков. Все сегодня решится, вывалится Реал дальше ниже или Реал закрепится где-нибудь уже чуть повыше. А у Барселоны нет такой проблемы, как у Реала сейчас на сегодняшний день. Барселона играет, кто не смотрел, мы в прошлом сезоне, когда были в Баварии, в Барселоне, мы занимали довольно приличные места, мы довольно легко выигрывали. Здесь же под конец карьеры, как мы видим, как мы перешли в Реал, мы видим, что Реал имеет реально все шансы в этом сезоне просто взять и вывалиться. Ну, не знаю, еще один такой сезон. Ну, может, знаете, вывалиться нет, но вот занять последние нижние позиции, конечно, очень легко. Если будет все дальше так продолжаться, если Реал не найдет действительно звезд, то в следующем сезоне можно говорить, что Реал вполне легко может и вывалиться ниже. Мы видим, что в этом сезоне набирают даже дублирующий состав Барселоны, который вырвался вообще из низов и поднялся на лигу. И теперь здесь, друзья. Но вот у Депортиво есть молодые звезды, которые играют, друзья. Ну что? Мы готовы к распасовке, стоим, с кем там общаемся. Нужно начинать, нужно как-то играть.
Да, да, ветераны, ветераны остались в Реале, которые скоро покинут этот клуб. Мы тоже, у нас это последний сезон в этой карьере. Ну, поехали. Гол! Гол, друзья! Выстрел из пушки, я оформляю сегодня гол. Посмотрите, какой проход осуществил, ушел модно от защитника. И пырым, как всегда, пырым правой ногой. Бах, на силу, просто на силу и пробил. Но вратарь не полетел, не собирался, наверное, вообще забирать этот мячик. И гол, друзья, 1-0. Но это только начало матча. Люблю быстрые голы, идут они мне. Знаете, три гола в ББА. Прижал нас к воротам. Мы прижались к своим воротам. Это не очень хорошо, не очень, ребят, здорово. Пока идет атака на нас. Ой, я даже тут упал немножко. Что будут делать? Ну, смотри, пас. Срезающий пас. Дает, бьет, кросс. Вратарь забирает. Забирает вратарь. Это была одна из... Так, ребят, я нахожусь за скамейкой запасных. Это означает, что меня только что сбили очень неплохо. Но я вроде поднимаюсь. Я вроде поднимаюсь. Мне становится лучше. Только бы, ребят, не травмы. Я бегу к линии, чтобы... дать мне шанс выйти, надо только мяч выпустить. А тем не менее, была атака, мне разрешают выходить на поле. Это не очень хорошо, надеюсь, я разбегаюсь и мои ноги придут в себя. Вот о чем я говорил когда-то, когда еще в начале этого сезона, что старость не радость, и очень легко довольно получается заполучить травму, знаете ли. Ой-ой-ой, может получиться очень опасно. Здесь, ах ты, защита очень-очень неплохо после того гола, я смотрю, адаптировалась. И контратака в сторону Реала. Давайте посмотрим, чем это закончится. Но Депортиво, не так много времени до конца первого тайма. Навес в среднюю линию. Почему один? Почему там он один? Вопрос стоит главный. Почему он там оказался... один. Видим, что происходит замена. Тренер говорит о том, что, чувак, ты повредил плечо, у меня что-то случилось с плечом. И на второй тайм тренер меня не решается выпустить, а впереди матч Лиги Чемпионов. Посмотрим, насколько я выбываю. У нас, по-моему, это получается уже вторая травма за этот сезон. Вот, и сейчас мы посмотрим, естественно, что происходит. Я получил на 5 дней травму, ушиб плеча. Да, мы видим, что надо посмотреть, как мы сыграли все-таки, как наш клуб сыграл, проиграли или выиграли. Мы выиграли 4-0, тем не менее, из этих 4 голов я один забил. Давайте смотреть, как будет наш клуб играть Лигу Чемпионов. На нее я точно попадаю из-за ушиба плеча на 5 дней. Вместо меня, наверное, Бейл будет играть. Вот, я смотрю, что Барселона, там тоже проблемы какие-то начинаются. Вот, и... нам, в принципе, от этого ни жарко, ни холодно. Вот. Я, естественно, в запасе. Смотрим. И это говорит о том, что Реал Мадрид, не знаю. Давайте смотреть, выиграет ли. Нет, счет 0-0. В ничью играет Реал и Шальки 0-4. Ничего не выходит. Получает там, по-моему, еще одну травму у кого-то. Да, у Сильвы. Да, Данила Барбоса. Да, Силь, вот это имечко, да, на 7 недель выбывает. У Реала не только черные дни в лиге, у Реала еще и очень много получается. Ну что, ребят, после этого всего мы видим Сантьяго Бернабео только из внешней стороны, да, что творится, собственно, на улице, много народу, перформанс и все такое. А с последним мы видим, Рао Великану занимает последнюю позицию, 20-е, всего одно очко он успел только за это время набрать, но мы как-то пытаемся закрепиться в сильнейшей семерке, мы уже перебрались на 6-ю позицию в лиге, как вы видели, и выдается нам это очень-очень сложно все выдается, вот. Соперники, хоть и на последнем месте, все равно сильные. В клубе творится хаос, беспредел. Мы
пытаемся каким-то образом закрепиться, ну, хоть как-то, да? Потому что такие травмы нереальные получают наша команда. Артега Алькао, или Алкала, наверное, так правильно, центральный наш форвард сегодня. Как видите, постоянно меняются составы у Реал Мадрида, не может... У нас нету таких, как мы, абсолютных лидеров, которые, ну, кроме вратаря, который выходит постоянно на поле. Вот. И, ну, уже что тут говорить. Сдает Реал свои позиции. Но мы все-таки являемся... Я посмотрел, что пишет в газетах. Все-таки нас называют нон-градом личности номер один в Реал Мадриде. Несмотря на то, что мы только перешли сюда. Но мы до этого заслужили очень многих похвал в Барселоне. Очень многие кубки заработали в составе Барселоны. Да и когда мы были еще в Баварии, мы получили тоже очень значительные кубки. Ну а здесь мы доигрываем свою карьеру. И видите, как нам это сложно удалось. Я повторяю, что эта команда занимает 20-ю позицию в лиге. И смотрите, что делают. Могут с Реалом играть. Реал это позволяет играть возле своих ворот. Очень даже легко пробираются. Артега был с мячом. А сейчас Иска. А сейчас Артега. Артега делает пас. О, как он по заднице пробил. Ну, смотрите, мяч нет, ушел, ошибся все-таки защитник, отбивает мяч, да, сегодня такая игра, посмотрите, какой подкатище был. Ну, здесь, можно было говорить, с этой камеры непонятно, было там удар в ногу, не было там удара в ногу, неважно. Сегодня пока еще счет никто не открыл, несмотря на то, что, повторяю, что команда занимает последнюю позицию. Может сыграть на меня, я попробую вот сделать. О-о-о! Вот это свеча была, да? Посмотрите, какая свеча была. Не зря мы весь сезон, всю карьеру свою, очень большую довольно карьеру, мы с вами навешивали и делали это, ну, профессионально, если точки зрения так посмотреть, по-моему, очень даже сильно и удачно. Ну что, еще один угловой, подача. Мячишко полетел, но ничего из этого не вышло. Мяч выиграет на меня, отлично. А я вот попробую. И это гол. Это гол, друзья. Невероятно. Насильственно Реал заставил ошибаться соперников. Но вот если бы, кстати, не здесь, не это добивание, здесь можно было уже и красную давать, потому что защитник заранее, видите, летел ногой. И на карточку, короче, нарвался. На карточку. Но, тем не менее, мы сегодня забиваем. Соперники наши сегодня просто катают и не знают, как подобраться к воротам поближе. Все хотят поближе. Но вот опытности у них нет. Вот видно, что я посмотрел по целости вообще, сколько там кому лет в составе наших соперников. Игроки довольно очень молодые. Опытности вот этой вот не хватает немножко, наверное. Но и удачливости проходов нет. Хотя есть, знаете, довольно, я посмотрел, перспективные игроки там. Но, может быть, опыта нет. А может быть, это громкое имя Реала. Может быть, и за какой мне пас. Ох, хорошо. Вот сейчас можно хорошо сделать навес, центр. Последние минуты матча побежали. Навес... Да, нас в очередной раз прижали к воротам. Давайте посмотрим, что может быть из этого. Не хотелось бы, чтобы мы сегодня пропустили. То, что было бы очень интересно посмотреть, как мы победим. Все-таки Реал надо набрать очков, но это не солидно как-то, по-моему, для Реала. Так, отлично. Вот здесь вот, давай продолжай. Ой, как хорошо. Профессиональный подкат. Если ничего не скажешь и никак не отвертишься. Это было очень даже красиво. И я думал, ошибается. А нет. Вот это офсайд. 90-я минута этой встречи. Пока у нас все складывается удачно. Даже наш вратарь так настолько суров, что готов просто сбивать своих же. Выбивается только на меня. Идут пасы, только пытаются на меня делать... Ну вот зачем? Вот этот пас был вообще не кстати, я продолжаю атаку. Но вот можно было, судья, и подождать, может быть, из этого что-то вышло. Да, и в очередной раз доказывается, что
Все камеры, вся команда играет буквально на семерку. Вся команда, когда, ну, как-то, знаете, даже это очень на самом деле приятно, но, блин, когда уже твои года подбегают к такому, к таким, такие, такой цифре, это, ребят, ну, и, конечно, это ностальгия, сразу вспоминать иногда, включаешь старые серии, смотришь там, когда молодой парень пробивался на эти пьедесталы и не мечтал играть ни в Реале, ни в Барселоне, нигде вообще, в такие, столько аренд было, ребят, вспомните, сколько у нас было аренд за всю нашу карьеру, и сейчас, когда вся команда пытается как-то... Реал продолжает показывать довольно приличную игру, но не на реалском том уровне, который был несколько сезонов назад. Бороться за очки, а не за пьедестал первое-второе место, Реал не присуще. И мы видим, что Реал совершенно другой. Ну а тем не менее, друзья, сборная России, тренер сборной России объявил на состав, следующий состав, квалификационный состав сборной России. Мы наблюдаем, что мы стоим в полузащитниках, все еще на первом месте, и мы видим очень много новых фамилий в сборной, очень много, ну сколько лет тем более прошло, мы уже тут стариканы. Макаренко, Соломатин, Кокорин в нападении, в полузащитниках мы стоим на первом месте, все замечательно, что нас будет ждать впереди? Впереди мы уедем на сборы, мы стоим, конечно, мы уезжаем туда на сборы, тут кто это, Швейцария и Румыния, две страны, которые, я думаю, нас будут ждать, ну а после них нас ждет Эль Классико с Барселоной, с нашим клубом прошлого сезона, это очень-очень радует, здесь будут очень ответственные матчи, нас ждет две Барселоны, кто-то из этих Барселон, между прочим, по-моему, дублирующий, только фиг его знает, потому что значки-то у них одинаковые, фиг понять, с какой мы сначала играем, с настоящей Барселоной или с дублирующей Барселоной. В общем, будет очень интересный матч, не отвлекаемся. Если вам понравилось, обязательно не забудьте поставить лайк, это мотивирует, комментарий тоже. До скорых встреч, пока-пока.